Добрый день, ОС. Итак, чем карате помогает нам в жизни? И почему карате стоит выбрать как самый важный и полезный вид спорта? Карате – популярный вид единоборств, который можно заниматься с самого раннего детства. Это направление помогает развиваться не только физически, но и духовно и психологически. Преимущества карате состоят в духовном развитии. Карате – это не только занятие спортом, которое делает крепче тело, они дают рост разума и воли. У ребенка появляется определенная философия, он подходит к осознанию того, в чем смысл жизни, как правильно поступать, идя по выбранному пути, как себя грамотно вести в разных ситуациях. Увлеченность. Когда ребенок занимается карате, то у него есть цель, есть желание развиваться, достигаться результатов, а не шататься по улицам, связываясь с разными плохими компаниями. Практичность карате, в отличие от некоторых видов единоборств, это прикладная наука. Навыки можно применять в жизни, например, защищаться от хулиганов, помогая слабым. Практичность карате, в отличие от других видов единоборств, это прикладная наука. Навыки можно применять в жизни, например, защищаться от хулиганов, помогать слабым. Можно отметить еще один фактор – самостоятельность. Как показывает практика и отзывы родителей, дети, которые занимаются карате, они быстрее взрослеют. Они помогают старшим сидеть с младшими братьями и сестрами, со всей ответственностью делать уборку по дому, проявлять активность на уроках. Физическая форма. На тренировках укрепляются мышцы, суставы, улучшается растяжка, выносливость. При упражнениях она становится все выше и выше. Снижение гиперактивности. Многие родители жалуются, что их дети слишком подвижные, энергичные. Ребенок не может найти выход своей энергии и не знает, куда потратить свои силы. И если он занимается карате, то вскоре становится уравновешенным, его силы распределяются правильно по тренировкам, на тренировках приходится выкладывать, и энергии становится чуть меньше. А во-вторых, ребенок осознает, что в жизни не следует суетиться. Это тоже очень важный момент, и каждый тренер учит этому. Когда человек занимается с умом, а не ради побед любой ценой, то, конечно же, здоровье и иммунитет положительно влияют на организм. Силы становятся больше, иммунитет срабатывает, и получается, что все болезни немножко отходят. Самым интересным фактором, когда дети ездят на сборы, они начинают коммуницировать друг с другом. И чуть проще, чуть легче меняются дети. Выносливость, координация – это большое преимущество, которое добавляет карате. Когда вы приводите своего ребенка на карате, поймите, что вы можете своего ребенка очень сильно подготовить к жизни. Подведем итоги. Преимущество единоборств не только связано со спортом и с развитием тела, но когда вы посещаете тренировки, ребенок осваивает навыки, полезные в социуме, растет психологически, формирует мировоззрение. Система тренировок в карате через очищение разума, направленные на достижение учеников внутреннего состояния, абсолютного равновесия. Потому что только внутреннее равновесие поможет достичь максимальной концентрации и полного контроля над своим телом и эмоциями, в том числе избавиться от страха, гнева, злобы, которая мешает ясно мыслить во время схватки. Концентрация важна для молниеносных действий, чтобы парировать все атаки соперника, опережать его действия, всегда добиваться победы, даже когда совсем невозможно. И таких спортсменов очень много по миру, которые это доказывали. Далее мне хотелось бы сказать, что самая основа – это концентрация
принятия решения в критических ситуациях. Еще основа карате закаляет тело, делает его подтянутым, атлетичным, подвижным. Регулярные нагрузки по принципу от простого к сложному тренируют мышцы, сердце, легкие, улучшают работу кровеносной системы, позволяет нарастить скоростную и силовую выносливость, очень важную в поединках. Карате способствует формированию нравственных ценностей, этических идеалов, развивает лучшие человеческие качества, трудолюбие, честность, справедливость и уважение к старшим. Регулярные занятия позволяют не только тренировать свое тело, укреплять здоровье, улучшать силовые показатели, оттачивать боевые навыки. Они помогают поверить в себя, в свои возможности, в свою силу. Последователи карате становятся дисциплинированы, делают несгибаемый свой внутренний стержень, добиваются в жизни любых поставленных целей. Так что, когда вы записываете ребенка на карате, подумайте об этом, задумайтесь, и вы сделаете правильное решение. Так что карате — сила духа. Всем ос, спасибо, что послушали. Я надеюсь, что ваши дети придут к нам, в нашу семью, большую Кикушин. Ос!